Здравствуйте. Магазин очков Optic Mall представляет сравнительный обзор двух самых популярных серий в коллекции Silhouette. Silhouette производит титановые очки в стиле минимализм вот уже более 15 лет. Сегодня мы сравним две самые популярные серии. Серию TMA, это самые тонкие очки, тонкая переносица, самые легкие. Наверняка вы слышали про вес менее 7 грамм. То есть данная оправа очень легкая. И ее новое воплощение — серия TMA Icon. Она немножко видоизменилась, также осталась минималистичного дизайна и легкая. В чем же отличие? Отличается немножко комплектация. То есть вот вы видите, слева представлена коробка от серии обычной TMA. Она белая с выдвижным таким вот черной частью. В комплекте идет сертификат с голограммой подлинности очков и салфетка. Сами очки представляют собой тонкую оправу, тонкая переносица, тонкие дужки, они гибкие. Но, конечно, надо понимать, что любые очки можно сломать. И титан в данном случае используется не как некая проволока, которую можно загибать во все стороны, а как легкий материал, прочный, который используется в оптике. То есть вот разгибать их до такого состояния можно, дальше уже нежелательно, потому что при перегибе наружу вот этот элемент может сломаться. Серия TMA Icon поставляется в классической белой коробке. Также внутри футляр, салфетка и паспорт с голограммой подлинности. Сами очки чем отличаются от обычной TMA? Немного толще стала переносица. И немного крупнее стали элементы крепления заушника к линзе. То есть, если сравнить их, положить рядом, это вот снизу TMA Icon, сверху обычный TMA. Чуть-чуть стали толще. Но на весе это практически никак не сказывается. Оправа весит также около 7 грамм. Очень легкая и удобная. Вот, также она достаточно гибкая. Только вот в таком... Отгибать дальше не советуем, может сломаться. Данным моделям поставляется солнцезащитный клип. Он одевается сверху на любую оправу TMA и получаются солнцезащитные очки вот такого вида. Какую серию выбрать, сложно посоветовать. Наверняка каждый должен выбрать, наверное, сам. Обе очень удобные, интересные, отличаются немножко цветами. Кто-то любит новинки, кто-то любит классику. Выбор остается за вами. Примерить данные модели можно у нас в магазине. Сайт opticmall.ru.